Живет на свете обычный человек. Ладно, необычный, пусть у него будут рыжие волосы. Он просыпается, смотрит новости у себя в телефончике, потом собирается и едет на работку. Там он работает ее, потом идет, предположим, в зальчик качать какую-нибудь широчайшую на турничке. Потом он едет домой и видит сны. И вот однажды он просыпается, а сайтик тыц-тыц и закрыт. А потом он едет на работку, потом в зальчик, потом домой, потом просыпается, сайтик закрыт, машинки нет, она, оказывается, стояла не там, где нужно. Он едет на работку, потом в зальчик, потом домой, потом просыпается, сайтик закрыт, машинки нет, едет на работку, а на турничок ему тоже нельзя, потому что он справку не принес, что ему можно. И в результате человечек только спит и ходит на работку, ему надоедает, и он начинает пить и курить. Ему и это, впрочем, запрещают. И вот тут однажды он интересуется, а кто это и какой, и зачем все это сделал? Братиш, это сделали депутаты, мы тоже не знаем зачем. Похоже, это их работка. Мы планируем запретить им делать нам запреты. Спокойной ночи и доброго утра на выборах. Партия Роста. Запрет запретов.